День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в игрушку Might and Magic 10 Legacy. И я только что заметил, что у меня есть осколок земли, кусок зеленого кристалла, он кажется почти живым. По-моему, это ключ. По-моему, это ключ к одной из этих дверей, но мне нужно найти, и мне очень хочется почему-то, я не знаю. Давайте я сейчас... По-моему, я уже сохранился. Я уже сохранился. Откроем эту дверь. Так, мы... Здесь, скорее всего, будет еще одна кнопка. Так, так. Так, здесь сокровище, шантри. Хорошо. Так. Нет. Нет, я ошибался. Здесь не будет еще одной кнопки. А я думал, будет. Может быть, я что-то не понимаю. Может, что-то я не вижу. А я думал, будет кнопка. Но ничего, не страшно. Так, мы тогда нашли сокровище Шантри. И мы можем идти вот сюда. Та-да! Привет! Ты друг или враг? Ты друг или враг? Ну, он... Это сильный враг. Так, давайте тогда сохраним. На всякий случай. Профилактически. Я понимаю, что это 2 секунды назад сохранился, но ничего. Таинственный эльф. Итак, вы... Псы Моргана, верно? Вы сильнее, чем кажетесь. Возможно, я недооценил вас. Кто ты? Кто я такой? Как будто это имеет значение. Важно только то, друзья мои, что мы защищаем. Боль, любовь, месть, надежда. Вот кто я такой. Вы думаете, меня интересуют ваши имена? Меня больше интересует, что у вас внутри. Но пока я вижу тщеславие и жадность. Тебя прислал король Ваниэль? Ваниэль? Да, можно сказать и так. Да, король Ваниэль, его воля, его действия послужили толчком для событий, которые сегодня привели меня сюда. Я здесь больше не нужен. Это было забавно. Я с нетерпением буду ждать следующей встречи с вами, герои. Сказал он и исчез. Нет, он исчез. Окей. У меня осколок земли, а то, скорее всего, я смогу открыть вот эту дверь. Давайте тогда посмотрим, что у нас здесь. Сундук на пьедестале. Почему мне кажется, что это ловушка? Вот. Честно. Пиратский арбалет, решительность. Ловушка. Я это знал, вы меня не удивили. Так. Но, хотя они меня не удивили, мне придется все равно с ними сражаться. И они меня так или иначе могут зажать. Так что давайте я их сейчас подожду. Пускай они сделают первый ход. Так, ассасин, опытный ассасин. Да, симметрично, так что неважно, с какой стороны я начну. Давайте начнем тогда с этой стороны разбираться с ними. Я заразил только одного. Зато опытному ассасину нанес критический урон, что очень-очень классно. И давайте сначала попытаемся разобраться с опытным ассасином. А мелкий... Да, не любят они мою эльфийку. Может быть, это расизм? Может быть, именно потому, что она эльфийка? Они нападают на нее первую. Так. Хорошо, я очень удивился только, что оркша на нее напали, а у нее поднялся уровень. Это потому, что... Она полечилась. Так, то есть она полечилась, потому что у нее поднялся уровень. Вот так вот, я запутался немножко. Так, давайте тогда убьем. Так. Опытный ассасин. Его привлечь внимание я не смог. Но все равно получил от него по шляпе. Так что... ассасин простой умер. Так, теперь давайте опять блок. Фу быть таким гадким. Вот как. И так будет с каждым. Так, теперь мне так или иначе нужно отдыхать. Потому что одна, да, у нее и дебаф, и она умерла. Так, хорошо. То есть это ловушка, это все? Ну, хорошо, окей. Так, давайте откроем это. Открыть дверь. Та-дам! Ей! Я уже боюсь. Я уже боюсь. Сохранить. Окей. По-моему, есть quick save.
или нету. Я уже не помню, мне я так привык делать. А, паньки. А, что меня только что ударило? И что это за гадкое существо там вдали? Это так выглядело приятно издалека. Привет. Привет. Элементаль земли. Давайте... он, скорее всего, будет противостоять. Так, у него есть регенерация. В конце каждого хода восстанавливает 2% здоровья. Каменная кожа засчитывается на 8. Но у него нету противостояния против своей же магии. Надеюсь. Так что давайте нападем на него. Давайте отвлечем его внимание. Блок. И урон. Мы можем его отравить? Мало урона. А поджечь? Ну, это уже приличнее. Это лучше. Так, давай. Блок. Урон. Давайте просто луком в него. Луком тоже в него мало что мы делаем. Так что... Так. Огнем. Огнем. Мы сможем его убить огнем. Так. Так. Все. Хорошо. Хорошо. Это было более или менее не страшно. А, давайте я подниму уровни. Так. Сила. Сила сожжения. Есть, хорошо. Здесь мы поднимем наоборот телосложение, телосложение. Сила, 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 телосложение. Скиллы. Давайте бой булавой поднимем. Отлично. А здесь мы поднимем боевой топор, владение щитом или выносливость. Давайте выносливость поднимем. Хорошо. Окей. Так, что у нас здесь было? То есть он здесь стоял, а он просто здесь тусовался. То есть абсолютно. А что это за гадость? Я могу совершить действие. Меня это пугает. Горлок. Кто смеет вызывать к ярости Горлока, повелителя земли? Я скрушу вас, ничтожные букашки. Не надо. Сразимся? Сказал я зачем-то. Я уже жалею. Так, ему еще один ход нужно будет сделать. Да, ему нужно будет сделать еще один шаг ко мне, так что я могу в него пострелять пока что. Блок! Просто чудесно. Я могу... Он отразил. А фаербол? Ну, по крайней мере, фаербол работает. Так что мага мне нельзя терять в этом бою. Так, давайте дробление попробуем, которое не получилось. Атака на 41. А что это за гадость? Босс. Невосприимчивость к воздействию на разум, тело и даже... Да, его невозможно отравить. Так что... Но здесь я его как бы не травлю, это магия земли. Я нанес два урона магии земли. Просто чудесно. Я рад. Он что-то сделал. О, господи, на... Парализовал. Ах, так, это от паралича защищается. Да, отлично. Мне нужна защита от паралича. Так, нельзя, чтобы он парализовал всех нас. Так, все. Так, давайте здесь будем просто луком стрелять. Раз он такой, раз он гадкий. Так, это он нанес всем урон. Поэтому я сейчас всем регенерацию сделаю, потому что эльфийка здесь в этом бою более или менее бесполезна. Так, огненная стрела. 200 урона. Это приятно. Это очень приятно. Так, я, скорее всего, не смогу на него вызов сделать, так что мы пытаемся. Эльфийка. Эльфийка, эльфийка, эльфийка. Давайте воспользуемся вот этим зельем. Отлично. Здесь маг у нас. У нас большой маны. У нас большой маны есть. Давайте глотнем большой маны. Так, а здесь просто нападем. Так, хорошо, у нас еще два хода для того, чтобы так. Пускай тогда дворф лечится. Эльфийка, у нас восстановление. Давайте еще регенерацию поставим, чтобы она тикала. И сейчас фаерболом ударим. Все, все хорошо, все хорошо. Так, дворф получает. Здесь мы ударим луком. Хорошо, здесь я возобновлю решительность. Чтобы он ни на кого не смог напасть. Так, дворфа мы лечим. Давайте луком выстрелим, что он заблокировал. Хорошо. Маг самая важная. Самая важная девушка в этом бою. Так, эльфийка, поставь регенерацию на всех, пожалуйста, чтобы мне Ронга не убили. Хотя это, скорее всего, парализовано, чтобы исправиться. Так,
Да. Она парализована. Это плохо. Так, 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 так. Фаербол, конечно же. 80 это прилично. Бьем. Ничего нам не дает. Хорошо, что он на дворфа нападает, это приятно. Так, теперь восстановление у нас еще два хода тикает. Хорошо. Стрелы, лук. Ничего. Так, фаербол сделал свое дело. 16 урона топором. Ронга вылечилась от паралича. И сразу же ее добили. Это плохо. Это очень плохо. Так, давайте сейчас еще раз восстановление бросим. Еще раз решительность бросим. И так вот. Теперь у нас... Ага, хорошо. Эльфийка лечится. Фаербол бросается. О, теперь мы можем нападать двоими. Все хорошо будет. Двоими или двумя. Нет-нет-нет-нет-нет. У меня есть решительность. Твой паралич нас не пугает. Так, восстановление мы потом бросим. Здесь мы бросим так. Нападение. Мага я смогу? Да, я смогу восстановить. Мага лучше сейчас полечить или... давайте фаербол бросим. Хорошо. Так, так. Бум. Наша эльфийка снова умерла. Ей очень не везет. Ей жестоко не везет. Так, фаербол. Отлично, рассказчик. Герои отважно сражались, и хотя им не удалось победить... Что значит не удалось победить Гарлока? Каменный Исполин признал их храбрость. Ага, хорошо. То есть, молодец. Я побежден. Уже очень давно смертным не удавалось победить Гарлока. Или... Гралкора. Гралкора. В честном бою вы достойны благословения Силанны. Благословение. Кто или что вы такое? Вы оглохли? Я Гралкор, жестокий, повелитель земли. Те, кто жил здесь, куда больше уважали алтари. По крайней мере, старались запоминать имена. Так, для чего нужно это место? Дети забыли слишком многое, слишком быстро. Это кузница источника, одна из четырех кузниц, созданных народом гораздо древнее вашего. Они перековали себя в героев, обращаясь за благословлением к драконам. Но уже много веков никто не приходит к алтарям. С тех пор, как дети света и тьмы начали войну, а города Шантири обратились в прах. Заблудшие дети осквернили алтари Силанны. Как тяжело читать вслух фэнтези-тексты с кучей непонятных слов. Например, очень непонятное слово «алтарь». Силанны, надеясь вызвать гнев земли. Но вы восстановили алтарь прежде, чем был нанесен ущерб. В награду Силанна благословляет вас ходить по ее священным лесам. Класс. Может быть, вы пойдете по следам Шантири и перекуете себя в героев, получив благословение и у других драконов. Что-то он не смотрится как дракон, но хорошо, окей. Все их алтари здесь, в кузнице стихий, но их осколки давно украдены, рассеяны по ветру. Если вы хотите обратиться к древним путям, найдите потерянные осколки и принесите сюда. Однако имейте в виду, вас ждут и другие испытания. Эй! Сказал он и ушел. Класс, просто чудесно. Так, давайте отдохнем. Оп. Хорошо. Так, я здесь что-нибудь пропустил? Потому что... Так... То есть... Так, это сведения, задания. Узнайте, кто командует разбойниками. Меч охотника за головами. Возьму с чей... Вот, хорошо. Нам нужно к Джону Моргану вернуться. То есть теперь мы знаем, что здесь происходило. Так. Так, так. А что это за дверь такая? А у меня есть осколок. Та-да! Я не знаю даже, хорошо это или плохо. Давай. Да, это очень хорошо. Наконец-то новое оружие для моего орка. Одежда. Да, это не зря. Я сюда зашел. Абсолютно не зря. И сюда можно будет заходить каждый раз, когда... То есть у каждого алтаря есть своя комната. То есть, конечно же, можно было бы перепрыгнуть через коробки, но я не буду сейчас этого делать. Это не модно. Прыгать в наше время это абсолютно не модно. Молодежь меня не поймет. Так, хорошо.
Значит, мы выходим отсюда и идем. Так, там какая-то гадость. А, ну это закрытая дверь, у меня нету осколка пока что. Так, хорошо. Значит, я могу выйти отсюда и потом выйти на полуостров или вернуться аж туда до самого Грифона. Давайте попробуем сейчас выйти на полуостров, посмотрим, где мы окажемся. То есть, может быть, там можно будет сходить просто пешком. А потом мы посмотрим. Да, посмотрим, куда нас пошлет потом. Так, хорошо. Здесь у нас выход. Хорошо. Есть. Полуостров Экин. Хорошо. Давайте посмотрим, где мы окажемся. Так, чай. Чай при загрузке, это хорошо. Я уже слышу звуки полуострова. Сейчас еще услышать картинку полуострова. И все будет прелестно. Игра. Ага! Где это я? Чтобы пройти здесь, требуется благословение Шаласы. Я уже это видел раньше, где карта мне ничего не... Будь это проклята карта. Все понятно, мне нужно идти пешком. Тогда я хочу, действительно. Да. Я понимаю, что не верится, абсолютно не верится, но, как говорится, благословения Шаласы у меня нету пока что, и пролетать над мостами у меня нет возможности, так что давайте пойдем обратно к Грифону. Долго. Хотя это тут недолго, это мне кажется долго, потому что я здесь все осматривал, а теперь это недолго, потому что я сразу же могу пойти напрямую. Так, там еще два монстра-охранника есть, но туда идти. Я потом схожу, притом они сильные твари, я тогда еле с элементалями разобрался. Лучше я подожду, когда мне туда нужно будет идти, и тогда все. Вот, кузница стихий, отлично. Так. А значит, у нас тогда откроется... Я надеюсь, у нас откроется тогда... доступ к другому городу. Привет, парень. Вы готовы вернуться в порт Мейрон? Вы уверенно киваете, стараясь не вспоминать прошлый полет. Вы делаете глубокий вдох и решаете, что не вполне готовы еще к одному... Нет, это мне нужно. Взлетаем. Я мог с Грифоном поговорить. Ай-яй-яй, я совсем забыл. Сейчас. Я надеюсь, мне дадут возможность поговорить с Грифоном. Я не посмотрел сюда наверх. Жаль. Ну ничего, сейчас посмотрим. По идее, они в одной и той же комнате, и... То есть, и туда. Ой, куда это он меня бросил? О, господи, это он меня прямо сюда бросил? А почему он меня не отнес туда наверх? Ну, не страшно. Тут просто я, когда захожу здесь, он меня сразу же в комнату отправляет. Но мне можно еще пройтись по всему. Я с Грифоном не смог поговорить. Но жаль. Так, хорошо. Рад вас снова видеть, друзья. Какие новости вы мне принесли? Так, задание возмущения. Так, таинственные темные эльфы, оскверняющие древние алтари. Страшные духи стихии появляются в материальном виде. Полуостров с каждым днем становится все загадочнее. Спасибо за доклад, друзья. Даже если понятнее не стало, скорее уж наоборот. Но награду вы заработали. Эй! Ворота Карталя по-прежнему закрыты, но у меня в городе есть человек, который отправляет мне отчеты. Очевидно, повстанцам, которые свергли правительство города, помогает компания наемников под названием «Черная Стража». Ага. Я не могу осадить город и взять его приступом. Императрица просила меня любой ценой избегать войны. Да и людей у меня слишком мало. Пока нам остается только ждать и вести переговоры. Итак, насчет Карталя. Мы сейчас мало что можем сделать, но нам еще нужно разобраться с бандитами. Я перечитываю найденное вами письмо. Оно мало что дает, нам дает, но его автор явно человек образованный. И у меня... И у него ко мне личные претензии. Почерк мне, к сожалению, не знаком, но я знаю, у кого еще можно спросить. Найдите моего друга
лорда Уильфреда Кулберна. В последний раз мы встречались, когда он направлялся на запад, в старую обсерваторию Шансири. Покажите ему письмо, у него наметанный глаз на такие вещи. Может быть, он увидит здесь что-то, что мы пропустили. Надежда слабая, но надо же хоть что-то сделать. Будет сделано что-нибудь еще? У меня еще одно задание для вас. Далеко на западе есть небольшой порт Крэг. Пиратский город. Уже много месяцев его обитателями... его обитатели устраивают налеты на полуостров. Они парализовали морскую торговлю и усиливают общую сумятицу. К счастью, это более знакомая проблема. Если вас занесет в Крэг, отдайте письмо королеву пиратов. Если он заупрямится... не заупрямится, то согласится на перемирие, и можно будет не отвлекаться от реальных проблем. Удачи вам, друзья мои, и не забывайте держать меня в курсе своих изысканий. О как! Сказал нас и пнул под пятую точку сразу же. Я хотел поговорить с другими людьми, верните меня на место. Так, обучение, слухи. Слухи. Поездка... Отправиться в кузницу стихий, слухи, ага, все понятно. То есть отсюда можно сразу же. Давайте отправимся. Продолжить. Я хочу с Грифоном поговорить. Извините, люди, если вас сейчас это немножко нервирует, то что я не по делу, не отправился сразу же путешествовать, но мне хочется поговорить с Грифоном. Та-да! Грифон, вероятно, это обученный Грифон, он рычит, когда вы подходите ближе. Чем? У него клюв, чем он на меня рычит? Продолжить. Лев, весело? Если вам, дорогие ваши пальцы, дальше не идите. Его мощный клюв может пройти сквозь кольчугу, как нож сквозь масло. То есть, отлично. Ну, просто чудесно. Хорошо. Вот и поговорили, как говорится. А я думал, можно было бы диалог устроить там... побрататься, но не получилось. Грифоны, оказывается, грифоны рычат. Хотя я никогда не задумывался о том, какие звуки издают грифоны, но это... Я думал, что-то вроде, знаете, но не рык, который я сейчас не могу сделать абсолютно. Так, хорошо, что мы можем сделать? Что у меня в... О, господи, у меня беспорядок в инвентаре. Я могу вернуться в город... Но сейчас давайте посмотрим на карту. Сейчас мне просто интересно, открылся ли мост, наконец-то, который был всегда закрыт. Так. Сундук. Ту-ту-ту-ту-ту. Я нашел сундук. Есть. Хорошо, взять. Все. Это не ловушка. У меня уже паранойя насчет ловушек. Ловушка. Отлично, мост открыли. Ей. Так, хорошо. Давайте Навейские равнины. Итак, куда мы можем пойти? Это у нас город какой-то новый. Что это за город такой? Морская гавань. Ага, хорошо. Морская гавань. Это интересно. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Что это такое? Это лагерь бандитов? Хорошо, что между мной и ими камешки. Я туда не пойду, потому что меня это пока что пугает. Давайте пойдем в морскую гавань, посмотрим, что там такое происходит. Так. Хорошо. О, я потерял баф. Отличный отдых. Теперь мне придется просто так идти. Нету 10% на все. Но теперь, скорее всего, куча учителей, куча новых квестов. Класс. Вот за что я люблю RPG игры, когда заходишь в новый город и так сразу же так, куча много всякой новой всячины, абсолютно новой всячины. Так, привет, парни, которые со мной не говорят. Ага. Так, хорошо. То есть у нас есть что-то с дворфами. О, здесь живут дворфы. Вот кто здесь живет. Но мы сразу же пойдем и поговорим не с дворфом. Поговорить, Ставрос. Слухи. Понятно, ты абсолютно неинтересный. Так, что у нас здесь есть? У нас есть доспехи. Хорошо. Бочка. Здесь бочонок. Дворф. Сопротивление к действию магии тьмы. Хорошо. Так, что у нас есть еще? Эта дверь ничего не делает. Дом Эльдгрима. Мы зайдем сюда попозже. Давайте сначала потусуемся с дворфами, которые здесь. Этот дворф меня абсолютно не хочет со мной тусоваться. А этот дворф не настоящий.
А, но мне хочется потусоваться с дворфами. Неважно, они настоящие или нет. Меня это... Так. Дом Джейлира. Ну хорошо, давайте, по-моему, я здесь все прошел. Так, привет. Я Джейлир, Медная Борода, Хадсон из клана Глубинного Пламени. Что я могу для вас сделать? Слухи, обучение, мастер магии огня. О, 1500. Давайте сделаем это. Вернемся. Так, конечно же, великий мастер у меня не получится, как заметили мои подписчики. Но я теперь мастер огня, хорошо. Окей. Теперь дальше. Давайте посмотрим, что у нас. Притом нам теперь не нужно к нему больше ходить. Так, у нас еще одна дверь. Так, это не настоящая дверь. Вот она, настоящая дверь. Дом Эльдрима. Бормочет. Да. Тихо, как можно пробормотать да? Да, это единственное слово, которое невозможно пробормотать. Ну хорошо, он дворф, он такое может. Мастер обучения боя копьем. Нет, у меня никто копьем не дерется, так что можете все. И что? Здесь квартал дворфов, и мне здесь нечего делать. Ну хорошо, мне здесь можно как раз, что у дворфа у моего топор. А здесь у нас что? Ну, давайте зайдем, может быть, у него как раз квесты есть. Торговать, починка, доспехи, щиты. Знаток ношения средних доспехов. Ни у кого нету. Слухи, затерянный город. Ага. Так, а торговля? Так. Стандартные вещи. 10 тысяч. Не слабо. Не слабо. Но я потом посижу у него. Хорошо. Так, я думаю, что мы здесь все сделали. Да. Бочку выпили. Хорошо, с дворфами разобрались. Давайте тогда пойдем посмотрим, что у нас есть еще. Так. Самое интересное, что вот здесь вот обычно ни с кем не поговоришь. По крайней мере, в прошлом городе это, да, с ними абсолютно невозможно было разговаривать. Абсолютно бесполезно и просто для украшения. Так, я потерялся, я не хотел теряться. Давайте пойдем по правую руку, все осмотрим. Потом, потому что города такая вещь, открытые. О, поговорить, да, тихо. Даная, скорее всего. Я хотел прочитать данные. Добрый день, чем я могу помочь? Слухи, слухи. Фу, не буду с вами о слухах разговаривать. Дворф, который стоит здесь, поговорить с Сентаром. Привет, я Сентар Сон, по прозванию Искустик из клана Молотобойцев. Чем могу помочь? Слухи, искусство гномов. Понятно, слухи. О, сундук. Это хорошая вещь, взять. Так, что у нас здесь? У нас здесь есть руны и материалы. Ага, хорошо, отлично. Мы здесь сможем, скорее всего, купить напитки, опознать вещи, обучение мастера стрельбы из арбалета. Как раз давайте опознаем вещи, просто пока я здесь. Вот дубинку. Это радость абсолютно чудесная. Так, торговля. Какие он напитки продает? Он не продает напитки? Он... А, нет, вот, все хорошо. Он большие зелья, средние зелья продает. Все хорошо. Также зелье просветления, укрепляющее зелье. Все понятно. Ну и опять же, я тут посижу попозже. Так, давайте пойдем дальше. Так, тут больше нету никого, с кем можно поговорить. Так, это у нас квартал нагов. Я это узнаю по синему цвету. Войти банк нагов. Хорошо. Так, что это у нас? Если вы собрались пошутить насчет акул-ростовщиков, не надо. Я уже понял. Чем я могу вам помочь? Слухи, люди, акулы. Давайте спросим все-таки. 200 лет назад волшебники создали помесь людей и животных. Гарпий, кентавров, минотавров. Полагалось, что зверолюди станут передовыми отрядами в войнах с демонами. Но один из волшебников, Агар, увлекся и стал создавать все новых и новых зверолюдов, в которых не было необходимости. Так появились мои предки. Волшебники не представляли, что с нами делать. Ну, классно. Скорее всего, смыли их в туалет, а они выжили. Он жил посреди пустыни, а мы-то были полурыбы. В итоге нас предложили нагам в качестве дипломатического подарка. Наги приняли нас и сделали охранниками своих храмов, дворцов и банков. О, как. Все, понятно, обучение. Мастер боя булавой. Пока что у меня ничего нету. Так, чао, если вы тут собираетесь грабить, вперед, я проголодался. Обучение, знаток боя. Вот, отлично. Бой двуручным оружием. Так, Рингушу.
Добро пожаловать в мой скромный банк. Слухи, слухи и отдать золото на храни. Нет, я, честно говоря, я не знаю, зачем это делать. Отдать золото на хранение. Нет, я не буду отдавать золото на хранение. У меня кто-то может забрать золото? Это намек на то, что у меня кто-то может забрать золото. Так, хорошо. Если я потеряю все свое золото, я запомню этот момент, как тот момент, когда я мог оставить золото на хранение, но не сделал этого. Так, я за кварталом нагов. Это просто чудесно. Это самое чудесное, что я... Понятно. Давайте я вернусь в квартал нагов. По-моему, я там еще не все посмотрел. Так, хорошо. Идем. Так, что у нас это за дверь такая? Не настоящая дверь. Ага, Додзе морской гавани. Я уже начал читать, что она говорит. Оказывается, это ее имя. Яйо! Са! Добро пожаловать, моя Додзе. А, господи, она нага? Ну, очень не похоже. У нее... Да. Я могу вас научить всей древней технике медитации, помогающей вам сосредоточиться во время боя. Так, знаток тайных искусств, знаток мистицизма. Выучить Лею я могу? Интересно. Давайте, обучим, так уж и быть. Так, это Ташир, добро пожаловать, герой, меня зовут Ташир, я могу обучить вас боевым искусствам, но предупреждаю, мои уроки не для слабых духом. Обучение знаток боя мечом, ношение средних доспехов. Ага, все. Боя двумя руками. Угу. Хорошо, давайте обучусь. Здесь у нас Са. Я Шизука. Жемчужная жрица Шаласа. Вы хотите научиться магии, обучение знаки магии воды, воздуха и изначальной магии? Все понятно, тут у нас учителя. Извините, но да, мой детский мозг будет всегда смеяться над словом Шазука, потому что это очень веселое слово. Так, хорошо, давайте тогда... Я даже не знаю, стоит ли там обходить. Давайте сначала вернемся в город, пройдемся там. А потом посмотрим. Я понимаю, что эпизод длинный получился, но я хочу сначала обойти город, чтобы вам потом не ну, может быть, что-то важное найду, а это будет окажется спойлером, и это будет интересно. Так, что мы можем? Здравствуйте, ага, здесь мы лечим обучение знаток усиления магии. Нет, слухи предательства Уиаля. Здравствуйте, рада приветствовать вас в библиотеке тайных знаний церкви морской гавани. Мы надеемся, что вам... помогут книги, собранные мной и моим отцом. Понятно. То есть сюда можно идти, когда нужны новые заклинания. Так, что у нас здесь? Церковь Эльтрата. Окей. Умберто, пусть Эльтрат просветит вас и укажет вам путь. Меня зовут Умберто, я настоятель этой маленькой церкви. Могу я быть вам полезен? Услуги? Какие услуги? Восстановление, вылечиться, воскрешение, вернуться. Понятно. Обучение мастер магии света. Задание. Задание. Запрещенная сага. Вы уже были в нашей библиотеке? Я и моя дочь Люс уже более 10 лет собираем редкие и старинные книги. Даже если моя вера в Эльтрата непоколебима, мне жаль, что в некоторых священнослужителей распространенное мракобесие интересует больше, чем поддержка просвещения. Господи, какое предложение гадкое. Мракобесие и священнослужители. Страшные слова. Но я отвлекся. Вот уже несколько лет я пытаюсь найти цикл эпических поэм. Инквизиция признала эти поэмы еретическими и вредными, так как они посвящены тому, что в те времена считалось более опасным воображению. Полная копия цикла, о котором мне известно, находится здесь, на полуострове, но она разделена на 9 томов. О, Господи, это долго, ну, нужно будет искать. Некоторые из них считаются утерянными, другие же украдены, третьи пытались пыляться на книжных полках. Я хочу найти их все и сохранить для потомков. Если вы наткнетесь на них во время путешествий, принесите их мне, вы получите хорошее вознаграждение. Хорошо. А девушка, нанять целителя. Интересно, путь света Эльтрата защитит вас от зла. Меня зовут Алисия. А слух... Хартия Грифона. Один раз в день я могу лечить ваши раны и воскрешать умерших. Я буду сопровождать вас в обмен на скромный взнос в размере 50 золотых, вправду скромный. Я также прошу вас жертвовать на благословение, благотворительность 3% золота, которое мы найдем.
Один раз в день воскрешение лечения я буду просто о ней помнить, но потом, может быть, я найду кого-нибудь еще. Так что пока что я не хочу с ней тусоваться. Особняк Харта. Добро пожаловать в поместье Харта, дамы и господа. Чем я могу вас помочь? Слухи. Лорд Харта, встреча с лордом Хартом. Встреча с лордом Хартом. Господин отдыхает, я сейчас узнаю, согласится ли он вас принять. Пожалуйста, садитесь, возвращайтесь через несколько минут. Лорд Харт встретится с вами, идите за мной. Интересно. Хорошо, давайте. Привет, парень. Да, чем я могу вам помочь? Слухи. Слухи меня не интересуют. Слухи, привет, лорд Харт. По крайней мере, мы знаем, что он есть. Если нас попросят его найти, то мы это сделаем. Так, хорошо, что это такое? У нас... А ты кто такой? Хими! Герои, вы же те бандиты, которых давно порой знать из нашей благословенной империи. Но, может быть, от вас будет польза. Задание, Харт. Кого не знает никто. Которого не знает никто. 2 года назад лорд Харт... Ага, Харт, с которым я только что встречался. Один из величайших рыцарей империи прибыл в морскую гавань. Я давно подозревал, что Харт что-то скрывает. Он постоянно делал что-то подозрительное. Взять хотя бы его постоянные поездки в леса Черной Ветви. Может, веники нарвал. Я уверен, что лорд Харт хранит темную тайну. Но он знает, что я за ним слежу. Он заметает следы. Но вас он не знает, поэтому вы можете выследить его и попытаться узнать, что он скрывает. Выход или вернуться? Что? Выход. Проследите за лордом Хартом. Окей. Это потом. Так, здесь у нас конюшни. Я так предположу, что куча лошадей — это конюшни. Так, у нас также есть замок. И... Ха-ха-ха. Замок, в который я пойду попозже. И видите, у нас в городе уже есть квесты. Так что... Так, а здесь я прошел по кругу. Где это? Артур, вам нужна почтовая карета? Поездка побережье Карталь, Сарпегаль. Слухи в виде сущности. Ага, хорошо, это просто быстро телепортироваться туда. Что у нас есть? У нас есть еще кабак, если я не ошибаюсь, вот этот вот. Войти лунная лань. Хорошо, ну, город, ну, очень большой. Я думал, я сегодня все осмотрю, но я оставлю это на потом, на следующую серию. Скажу вам на сегодня большое-большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.